Популярный рэпер Скриптонит 8 марта устроил собственный концерт в одном из московских клубов. Правда, выступление было сорвано самим же исполнителем. Проблемы со звуком привели артиста в бешенство, и он не скупился на матерных выражениях. О том, что именно случилось и почему только после сна Скриптонит одумался, смотрите прямо сейчас. Известный казахский рэпер Скриптонит сорвал свой собственный концерт в одном из московских клубов. Дело в том, что из-за проблем со звуком выступление несколько раз пришлось останавливать, что привело Скриптонита в бешенство. Сначала он обратился с матерной тирадой к звукорежиссеру, после обматерил фанатов, а затем и вовсе покинул сцену, отказавшись продолжать свою вечеринку. У вас там что, гейзер включен или что? Что за х**? Почему из-за голоса музыка пропадает? Как видно на кадрах видеоролика, который уже разлетелся по Казнету и Рунету, рэпера пытаются успокоить организаторы по громкой связи, однако певца это еще больше раздражает. Вы что, не видите? Им не нравится, нам тоже не нравится. Слышите, что музыка пропадает? Сделайте что-нибудь. Позже посетившие концерт Скриптонита рассказали в соцсетях, что все это время на сцене плясали казахи. Спустя полчаса певец покинул сцену, а фонограмма звучала еще около 15 минут. 9 марта рэпер опубликовал в своем инстаграм пост, в котором извинился за срыв выступления, признав, что неполадка была в том числе и со стороны артистов. «Я хочу извиниться перед всеми, кто был на вчерашнем выступлении в арене, за испорченный вечер и настроение. Сегодня стало известно, что вина была и с нашей стороны, и я был очень неправ», — написал Скриптонит. За билет зрители отдали не менее 3000 рублей. Все они были распроданы за несколько недель до концерта. Информация о возврате билетов неизвестна. Надеемся, что вспыльчивый рэпер впредь научится вести себя более сдержанно. Руслан Казымбетов, Headliner.